Так, приключения смертельной схватки Медузы. Добро пожаловать в смертельную схватку Медузы. Вам предстоит сразить не одну, а две вражеские команды, чтобы добыть сокровище из лавы. Сразите врагов, разрушите метку смерти, которая появится в центре карты, чтобы получить усиление силы для всей команды. Вот это прикольно. Откройте истинную силу Медузы с набором смертельной схватки Медузы. В нее уходит облик Медузы, королевская кобра, музыкальная тема, смертельная схватка, отметка прыжка, облик Варда и золотой ключ для хранилища. Понял. Drink a potion that you can find near the border of the map for a health boost. And finally, remember that if your team kills an enemy, your whole team will be able to kill the enemy. Типа да. Лол-то хоть за часиками следит. Да, да, забыл. Бомбы бегаем как. Через дамаг удачи. Че, не прокатит, да? А, все, я готов драться. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube, кто не подписан еще. Нужно поднимать на YouTube количество подписок. Хайрезы мне больше скинов тогда дадут. Привет, Чернобог. Мы забрали, серьезно? Отлично, Реджина убили. С пингом в 100? Не знаю, у меня сколько пинг. У меня 50 пинг. Марион что делает там? Братан, ну здесь танки не в теме, блядь, знаешь? А я свиточек, да, забрал, братан, сорян. Зона пойдет, беги. Вы не видели, вы не видели. Лохи был лакер. Женя, почему поинт только на Твиче? Потому что не могу их настроить на Ютубе, сорян. Как думаешь, можно будет когда-нибудь получить Т5 скины на Анубиса и Уля? Нет. Сейчас у них дамага побольше, мы пойдем через деф. Да лучше бы не видел. Блин, ужасная, да? Ужасный фонтан вот этот новый. Эмоция на фонтан просто отвратительная. Что пинг 90... Говорит, ой, как лагает. Ну, блин, 90 это охренеть, какой большой пинг. Отлично, перешел на Twitch, меня забанил бот, спасибо. Он не мог просто так забанить, ты знаешь, что-то сделал нехорошее. Дерись, братан, дерись, я тебе дал все. Вот это у нас замесы, да? Ой, зло. Он умер. Артин, 90 еще норм, у меня на серверах 200 все время, вот это реальный пес, это жестко. В смысле хибо тут круто, конечно, посмотрите на мои статистики, алло. Хибо им тут круто. Неплохо хил тут, да.
Блять, не хочу так. Можно вернуть? О, калач в их чемпион зашел. Хорош. Паладинов. Ты стилишь. В смысле стилю? Топ убийства, топ по митигейта. Чуть тебе не нравится облик фонтан? Ну, он говнистый по сравнению вот с этим, со славянским. На питерских пирсах. Да я им не играл никогда. Мне ж нужно как-то попытаться поиграть, посмотреть, что да как. Бери, братан. Крио тот самый хейтер. Может быть, может быть. У вас уже по 1500 поинтов. Сколько же мне сделать заказ треков, блять? Будет, ну, не знаю, 1000 будет. Это шутка, конечно. Так, а ну прекрати там спамить про паладинов, но... В этом раунде слили. Ну да, хибо, если умер, то да. Тут один вариант, если эти нормально подерутся между собой, тогда все будет ок. Ребят, а вступите в группу ВКонтакте тоже, я там про всякие халявные штуки рассказываю. Чего, блять, я даже в зону не попал. Алло, почему дамаг нанесся мне? Ну, нет, не так давно, пару стримов всего. Бля. 54 часа, Юлечек, топчик. Сегодня никаких паладинов, они вчера должны были быть, сегодня вроде овер хотел или нет. Ну вообще да. Билли Плей, давай завязывай, ты сейчас если не прекратишь, я тебя правда забаню уже спам. Дабл килл. В этом режиме есть баг, когда камера за зоной, а ты в зоне, то дамаг наносится. Понял, понял. Тогда понятно. Так, чего-то мне не хватает, да? От чего? А с телефона ты что-то жорбит, по идее, да? Дробилку, бля, ну дробилка это такое себе. Вчера паладинов не было. Ну, я попытался вчера в них поиграть. Но они были поломатые вчера почему-то. Подписчиков тебе не хватает. Жутко не хватает, братан. Жутко не хватает подписчиков. Потому что чем больше будет подписчиков, тем охотнее мне хайрезы дадут коды на паладинов. И охотнее хайрезы мне дадут коды на смайт еще. Что-то странно, разница с Юлей в 30 часов всего лишь на 400 очков. Но там 10 поинтов за час, по-моему, начисляется. Что-то такое. Так, ребята, мы здесь сидим, блядь, между двух этих. Иди, бери. Хорош, блядь. Thank you.
Да, и оставь, оставь, оставь. Один на один с гемами остался. Я вижу про ульт. Бой не на жизнь, а на смерть просто. Изи, победа, нормальная катка. Нужно все такие катки повыкладывать на YouTube, более-менее, типа, интересно. А вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, правда? Правда.